Ребята, напоминаю, что Кот создал свой клан 1xbet и хочет вывести его в топ. Помогите ему в этом. Прием 4300. Хэштег на ваших экранах. Он постоянно кикает неактивных. У них там бонусы. У них там большие выигрыши ждут вас. Выигрывайте у них. 1xbet. Хэштег на ваших экранах. Приятного просмотра. Ну что, дорогие друзья, всем привет. Всех с Новым годом. Это первое видео в 2019 году. 1 января я пропустил, потому что отдыхал. Напишите в комментариях, как вы встретили, как вы провели Новый год. Какое у вас настроение. И до какого числа у вас каникулы? Мне до сих пор интересует этот вопрос, потому что на данный момент я, как бы, тоже, можно сказать, в таком мини-отпуске, потому что я уехал, я сейчас не дома, но я буквально через меньше чем неделю уже вернусь и продолжу активно стримить и выпускать видео, поэтому напишите, мне интересно, когда у вас заканчиваются каникулы, я успею вернуться к этому моменту или же нет. Смотрите, я сейчас нахожусь на твинке, и у меня здесь 2 мегаящика, а нет, стоп, 1 мегаящик, блин, это на основе 2 мегаящика. Ошибочка. Ну, в общем, один мегаящик, и у меня, в принципе, неплохой шанс на легендарочку. Сейчас я вам покажу шанс на легендарочку. Так, где он? Вот тут. Смотрите, легендарный боец, ну, относительно большой. Поэтому, возможно, мне выпадет какой-то новый боец. Может, мистический, может, мифический, может, эпический, а может, и легендарный, хрен его знает. Ну, я бы с радостью поиграл бы сейчас на нем. Также, смотрите, у меня здесь еще в магазине, вот, за 170 гемов эпический боец можно открыть. Напишите, хотите, чтобы я открыл и посмотрим, какой, кстати, и сразу на него обзор пилим. Если ничего не выпадет, сразу вот показываю, какие у меня бойцы есть. И я продолжаю рубрику, блин, развитие твинка, обучение для новичков. Но, блин, уже много времени прошло, я думаю, что уже все прокачались и пипец как далеко. Я обещаю, холдик, YouTube, твинк буду прокачивать очень-очень быстро, в скором времени. Еще, прежде чем перейдем к открытию онлайн-каткам, мой клан, правда, тут фуловый он уже, но я говорил, что я после Нового года буду повышать кубки. И теперь прием будет 4000. Последних кикну, остальные заходите. Это моя академка. Ну что, ребята, мега ящик открываем. 49 гемов. Блин, так хочется сделать выпуск по открытию. Но вы же, блин, кричите, не надо донатить на твинка. Ну что, открываем мега ящик. Надеюсь на нового перса. Поехали. На любого, даже не обязательно легендарного. Ой. Жми. Жму. Оба. Так, монеток. Монетки, очки силы на Шелли. Дальше на Ниту. Ага, блин, Нита уже там скоро будет на 6 уровень. Так, Пенни. И вот сейчас, если не выпадает новый персонаж, значит, дальше не выпадет. Прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы это произошло. Ах, блин, это вообще фейл. Поко выпал. Кольт. Очень жалко. 0 персонажей новых. 0. Ну и ничего страшного, ничего страшного, это даже продлевает интерес к игре. У меня есть еще стимул выбивать новых персов, значит, там сейчас столкновение, по-моему, какой там, опаленный камень. Ага, это в центре там, ёптель, это я понял, какая карта. Я думаю, что можно Шелли поиграть на этой карте, давайте выбираем Шелли и поехали. О, кстати, у меня Булл, ну давайте его для следующего выпуска, вот... Поставим на этом ролике, я не знаю, сколько сейчас, блин, актив какой будет, 2000 лайков наберем, 2000 лайков, хотя в основном мы 5 набирали, я бы был бы рад, если бы набрали 5, я сразу пилю новый выпуск на твинке и беру Була и на этой карте, пока есть эта карта, на этой карте сразу апаю Була вообще, как можно, нифига, что там происходит, оу, тихо. Так, привет. Да чё ты такой? Хрен попадешь по тебе. Так. Блин, не попаду, ребят, чё-то вообще... Разучился играть, что ли? Как-то не понимаю. Оу, всё, тихо. Уходим подальше. Кольт, Мансим. Ааа, как сложно все тут... Так. Тихо, стоп. Лаги, нет, не лагай. Кстати, по поводу лагов, ребят, еще одна новость. Блин, поражение. Я третье место занял. Лагает. У меня есть там один способ, как, в принципе, ну, попытка не пытка, как говорится. Одна альтернатива, как, возможно, играть и без лагов. Конкретно в моем случае это точно работать должно. Вот. Но, опять же, наберем много лайков, на следующий день я такой ролик запишу. Вот. По крайней мере, попробовать можно. Зайдет, не зайдет, я хз. Так, сосиска пук.
Не хочу. Не хочу забирать этот ящик. Пускай. Пускай он будет ему. А, так. Что-то непонятно, конечно, что нас Барли всех вынес. Так, давайте эту Шелли. Так, отлично. Воу-воу-воу-воу-воу. Да ну, ну лаги, ребятки. Ну вы видите, да, меня под вечер тут ужасно лагает. Ну смотрите, все равно я затащил, убил. Я так хочу уже, если честно, вернуться домой к нормальному интернету, к стримам, к вам. Вот. Новый модем, новый роутер здесь покупать уже не буду. Эти праздники, тут, во-первых, нету такого роутера, и вряд ли это поможет, потому что тут дело, скорее всего, не в роутере, а в самом интернете. Хрен его знает. Так, отлично, убили Поко. Так, давайте теперь заберем полностью центр. Блин, на Шелли, конечно, в начале очень легко играть и вообще изи, особенно на таких картах. Так, 7 банок, отлично. Ну что, подойдем сейчас к Эль Прима. Или нафиг он нужен, да? Мы можем его убить спокойно. Смотрите, он достает тоже к нам. Че, ультанем? Я думаю, что будем ультовать, наверное, по нему. Так, смотрите. Смотрите, подходим, подходим. 4 еще перса осталось. Так, Тор сбежал с кустов. Пау! Блин, куда ты уходишь? Стой! Стой, гнида! Стой! Стой! Не убивай! Ты посмотрите, чуть не убил. Так, все, 9 банок, я захожу в центр, у меня есть ульта, осталось 3 персонажа. Я надеюсь, у вас на экранах не лагало. Так, давайте проверим здесь. Никого. Здесь также... О, Бул, привет. Привет, Бул. Смотрите, он сейчас сдохнет. Ну все, я с Пока остался. Ну 9 банок, ну что ты хочешь? Ну давай, 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 давай. Пау, все. Изи. Затоптал. Так, плюс 8 кубков, замечательно. Блин, если честно... Хочется на новом персонаже каком-то поиграть. Не знаю, вот на Твинка, вот я основу всех выбил персов, и вот у меня нету такого чувства, знаете, открытия сундуков. А вот здесь есть, прям хочется какого-то там, не знаю, ПМ выбить, не знаю, Тару, Леона, блин, в конце концов. Вот очень такое повышенное чувство к открытию сундуков, точнее, желание, желание. Но, блин, вы мне не разрешаете донатить на этот аккаунт. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Мне очень хочется сильно записать обзор на Була в следующей серии. Надеюсь, что вы поставите много лайков, да? Так, Барли, 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 чё ты такой борзый? Давайте. Так. Я, кстати, тут вебку поставил не очень удобно, да? Возможно, я как-то сижу не по центру или еще что-то. Ну, ребят, сами знаете, когда ты не на своем месте, у тебя всегда что-то будет не так. Потому что, ну, дома есть дома. Там у меня рабочее место обустроено. Все четко, специально для видосов. А, так, уходим. Я выживу, я выживу, я выживу. Я буду жить, наверное. Ты хилиться будешь сегодня, нет? Хилься. Че я не хилюсь? Охренеть, блин. Фух, я выжил. Я выжил, друзья мои. Я выжил. Фух, это Барли. Он меня еще в прошлой катке достал. Ну, не конкретно этот, а вообще в целом Барли. Так, Бул. Надо Була уничтожить. Сейчас он выстрелит один раз по ящику. На, все, отъехал. Смотрите, сколько банок. Все, отлично, 7 банок у меня. Так. Давайте набьем ульту. Все, набили ульту. Оу, тихо, уходим наверх. Так. Так, 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 так. Погнали, заберем кольта. Кольт. Отлично. Нахер с пляжа. Та, не-не-не-не, Шелли, ты что, в себя поверила? Нет, нет, нет. Нет, баночку я отдам ему, наверное. Лучше отхилюсь. Ну и тут осталось пару тычек до ульты. Ну все, ну, ну это без шансов просто. Без шансов. Давай иди сюда, блин. Блин, я не смотрю на экран, лагает там или нет. Да не, я тебя добью лично. Все. Победа, отлично. Блин, честно, соскучился по стримам по Brawl Stars. Очень хочу играть. Апать кубки, но в скором времени я вернусь. Опять же, почитаю после этого видоса комменты, когда у вас там каникулы. Хотя это не имеет значения, я хоть так буду стримить. Кстати, мне 14 января на основном аккаунте, на этом аккаунте снимают страйк, и стримы теперь будут на этом канале. Но до 14 января подписывайтесь на мой второй канал, ссылка на него в описании. Вот. И смотрите стримы там. Блин, что так много урона. Кстати, Поко, Поко тоже заслуживает обзора. Уходим, 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 уходим. Да уходим, уходим. Тихо. Блин, офигеть, как просто не отпускает, да? Приколебался к тебе. Оу,
Че у меня вообще все повисло тут. Какие-то спам-сообщения вылазят. Я убил ее! Я убил ее, вы видели? Офигеть, 40 хп оставалось. Так с учетом того, что у меня лагает дико, реально. Мне очень лагает. Мне следующий ролик попробую записать. Что делать, если у вас дикие лаги? Возможно, вам это решение, альтернатива подойдет. Попробую сам затестить это и записать ролик об этом. Так, блин, лагает. Лагает. Я ульту не туда слил, но я все равно затащил. Ё-моё. С лагами. Воу-в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 оу. Все, ну тут, конечно, конечно, конечно. Трудно было меня не добить. Какое место? Третье место. Плюс 5 кубков. Хорошо. В общем, друзья, я скоро вернусь, приблизительно 8-9 числа, возможно раньше, но скорее всего в этих числах. Вот, я думаю, что я займусь своим твинком, пропаю кубки на нем, ну постараюсь прям по максимуму, реально, за недельку там может 2000-3000 кубков поднять. Посмотрим, ну может за 2, не знаю, это зависит от того, как я активно буду играть. Давайте последний бралбокс откроем, мало ли с него сейчас выпадет какой-то новый персонаж, да я охренею, да. Я не охренею, потому что ничего нового не выпало. Подписывайтесь на меня. Я надеюсь, вы ждете стримов. Я также жду встречи с вами на стримах. Ну и напишите в комментариях, до какого числа у вас каникулы. Ставьте лайки, подписывайтесь, жду вас на следующем... Смотрите следующий ролик. Хотел сказать на следующем стриме, но я не знаю, когда будет следующий стрим. Всего доброго. Пока. Еще раз с праздником. All I wanna do is...